Всем добрый день, дорогие друзья, с вами Роуз, вы на канале Варихард Гейм Мод. Напоминаю, фишка этого канала в том, что здесь мы проходим все игры на самом высоком уровне сложности. И у нас про отец Baldur's Gate 3, и можем так сказать, это Divinity Original Sin, Enchanted Edition, первая часть, прохождение на хардкоре. Чё, погнали, загрузим наш сейв. Что-то затянула она, пиздец. Это, ну и это дневной стрим. Как бы. Загрузим наш сейв. И сейчас опять придется провести небольшую работу. Блять, я вчера видел, как там что крафтить. Вчера крафт туториал смотрел за крафт, но что-то подзабыл. Так, где это мы тут? И куда нам? Тут были орки, которых я вчера разъебал. Сундук, конечно же, я все смотрел. Так, во, насуева левак. Я вкачаю ей скорость. 10 очков движения будет у нас. О. Что-то мы вчера нашли. Вот это... Это сразу продать надо будет. Вот это Байрандир. Посох земли. Как у этого челика какой посох земли? 39.65. Ну-ка. Сравним потом. Так, наручи. Чё, чешские? А, крепкие. Мне показалось, чешские сапоги. Здесь. Да не, нахуй, тоже продать пояс. Ремесло, крепость телу. Но все-таки я оставлю сопротивление яду там. А у нее что? Но ей ремесло не нужно. Так. Отремонтируем заодно лату ему. Мне надо шлем починить. Блин, а лад-то ничего так.
Это продать надо будет, хотя у Байера держит что там. Давление воздуха пытается. Эх, ебать. Вот я две шпаги-то нашел, четкие. Так, все ж тут. Остальное. Все продаем, так. Это Еве. Еве. Так, надо Байрадир. Хотя гранаты у нее есть. Стрелы вроде тоже все есть. Так, что там у Жана? А, вот это 49.81 земля. Посох, конечно, бьет заебись. Но его все-таки продадим. Это Байрадир. 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 Хилками у меня проблемы, правда, последнее время. Так. А как повышать уровень предмета? Вот, я вчера находил тут. Так, секунду прям. Откуда у меня тут очко? А, я не распределил. Не, лук я нахуй качать не буду. Я прокачаю.
Путь ассасина, наверное. Я чародейство тоже бы не мешало, потому что у меня есть. А, да. Ну, конечно же, путь ассасина. Че счет есть? Обаяние, талисман. Ну, все остальное хуйня, все остальное взлом. На взлом у меня вещи есть, сапоги, если что, выше 5 он не нужен. Че у меня адепт, новичок, новичок. Так. Ну, воспользуемся силой всемогущей пирамиды. Блять, где она? А красная где? А, все. Оставляем пирамиду тут. И ебошим. Так, нам надо найти точильный круг. Может, тут есть? I do wish you'd stop interrupting me. Блять, ну почему у него нет точильного круга, он же кузнец. Нихуя тут. Ну-ка, чё за лук такой? Так, вот эту всю дрочь продаем. Ну что у меня с ним? Отношения... Сто процентов. Ну, на 2000 продали, нормально. Don't work too hard now, dearest. You've been hammering away for hours. Please, Mara. Must you bother me at every turn? Где-то чильный круг, сука. Наковальню вижу. У кореша своего грабить я не буду, хотя мог бы. Может, у этих есть что-нибудь, ну... Дюа,
Toyn Hunter. What can I do for you? Как он хоть выглядит-то, блядь? Да, понятно. Так, тогда даем ТП в Сайсел. Так, секунд, дорогие друзья, прям минуту. Run away? Ah, yeah.
Так, продолжаем курить, просто ходил, сорян. Блять. Так, мне нужны таланты для ассасина. Поэтому ты... Иди сюда. А вы, товарищи, сюда. Таланты для лучницы мне тоже нужны. Gratifying to see you return. You are quickly becoming my favorite customer. Так. Новичок, новичок. Адепт. Купим вот эту книгу и какую-нибудь. Нет, херня. Вот, а еще вот эту. Я ухожу. Давай к нам площадь, к нашим. Quiet day on the market, it seems. Heavenly herring, delicious dogfish, yours for a scrap of gold leech. Not in the mood for cheese. Excuses more. Блять, у меня было так все укомплектовано четко. А ну хотя. Отменяем местами с этим. Это сюда. Watch the undead quiver in their moldy boots. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Броню сюда. Paid a big cheese on your book with a wheel of the good stuff. А это... Сюда. И вот так меняем местами. Все, отлично.
Так, а что если... Отдадим Джану. Ну, друзья, извиняюсь за такую духоту немного. Отряд-то присоединись, какой-то сегодня рынок тихий. Да не тот рюкзак-то. Так, мы стырим. Это на один ход, интересно, или... А как крафтить... Дождите. Quiet day on the market, it seems. Три, допустим. No better solution to the zombie problem than a set of silver arrows. Так, теперь. No better solution to the zombie problem than a set of silver arrows. Tall of snake, wing of worm, grow and spice them, stir and churn. I'm straight, I'm true. Теперь разделить. Quiet day on the market, it seems. 5-8 яд. Понятно. Да, еще я хотел найти дрочильный круг. Может, у нее что продается такое, кстати? Ой, это не Джану, это Байродир. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Aaron has as many friends as the
man with many cheeses. Any takers? Come on, you chickens! Get it while it's fresh! This batch is only hours from the sea! Хуйня! Как жалко там. Ну ладно. Ничего интересного тут больше нет. Скиллов я прикупил новых. Так. Где можно найти точильный круг? Я представляю, где, но мне там дадут пизды, скорее всего. Тут нету в натуре, что ли, нигде. Тут вообще ничего нету. Сейчас туториал глянем. Может, у этого есть точильный камень? Hunter, you come to the right place. You have. I got every style of equipment to fit you from head to foot. If it's a trade you're after. Так, не точильного камня, блять, не точильного круга я тут не наблюдаю. Mm.
Ладно, всю херню, хорош херню и мается. Погнали махаться. Вот это говно продать надо. И вот это. Тесак нахуй продать. Так, загуглим. Теперь отправляемся на поиски точильного круга. Сохранимся, кстати, я тут так много... Сука, я уж думал, он мою рапиру продал. Блин, туплю, не проснулся еще. Так, Сайсел, развалины виллы.
Ну, засейвимся. Пойдем искать точильный пух, блядь. Где вот что дверь взломала только что? Да блядь! Даже со взломом уровня 5 я типа не смогу его открыть. Не сыщи, Жан погиб. Блять, как боюсь, как бы я его не спиздил и не продал. Здесь, может, где стоит. Ладно, блядь. Я найду этот круг, сука. Отвечаю, найду.
А вот вы как, славно. Я вам сейчас покажу такое, вы ахнете. Вы нашли звездный камень, и ткачиха починила часть гобелена. Смотрите, ткань временем плетена новая история. Такое происходит впервые за... Даже я не знаю, за сколько времени. Давайте взглянем вместе, посмотрим, что выткала ткачиха. Давным-давно два великих полководца победили в ужасной войне. Чудовищный дракон пустоты угрожал самому бытию. И боги сплотились с людьми, чтобы его остановить. Двух полководцев прославляли как властителей мира. Сами боги преклонялись перед ними. Приветствую, ваша светлость, я пастырь стихии, я слежу за тем, чтобы элементали служили вашему драгоценному величеству. Если пожелаете, только прикажите. И воплощение любой стихии снова поселится в этих залах. Элементаля огня. Это окончательный выбор. Да, верно. Yes, indeed. That is... Thy will be done. Да будет так. I have seen the void and it haunts me. Взглянув по пустоту, я не могу отделаться от ее образа. Она стоит перед глазами, как темные пятна. Нас преследует одно и то же видение, мой друг, конец всех видений. Но лишь во тьме рождается свет. Ухватимся же за эту надежду. Как мне помочь нашему общему делу? Хочу поговорить о комнатах, которые мне удалось открыть в конце времен. Я сплетаю Вити, я вижу истории и поведу о них вам. В одной из комнат была странная женщина, вы можете рассказать мне о ней? Ее прошлое окутано тайной. Она больше, чем простая женщина, но меньше, чем богиня. Она вас знает. Вы причинили ей зло, она часть конца, хотя мечтает стать частью бесконечности. Кажется, в этих залах бродит какое-то демоническое существо. Оно меня узнало, вы не знаете, как так получилось. Он подстрекатель, он источник всех бед, родной отец смерти и пустоты. Мне неведом страх, но перед ним я содрогаюсь. За одним из порталов находится огромный зал. Можете рассказать мне о нем? Нити говорят мне, что когда-то... О, как много тысячелетий скрывается в этом коротком слове. Когда-то вы шагали по этому залу в сияющих доспехах, властвуя над всеми свидетелями своей мощи. Я четко и ясно вижу ваши армии, побежденных вами демонов и драконов. То, что вы вознеслись. Но как так вышло, что вы стоите передо мной в смертном облике? Насколько же вы изменились? Нужны нити, нужно больше нитей.
Мне довелось найти огромную спальню с двумя постелями. Не знаете, чья она? А чья она может быть? Конечно, ваша. Нити говорят, что вы вдвоем спали там, когда не были заняты делами дня и ночи. Долг. Вы никогда не нарушали свой долг. Никогда. Не уверена. Возможно, лишь однажды вы оступились. Long ago, two great generals led mankind in a terrible war. Ну, тут сюжет проясняется по ходу, threatened all of existence. And man and gods alike joined swords to stop it. The two generals were celebrated as the rulers of all. And even ну ладно, все, пропустим. Побазарим с Аркс. Welcome, welcome, by all means. Тебе что-нибудь еще известно о чужаках, которые, судя по всему, помогают оркам? I can't say much more, but that they're madmen. All the more dangerous. And what might those be? Хуйня. Так. А у меня сколько изучено? Адепт, новичок. If you know all that is past and present, does that mean you know the future as well? Alas, no. I can predict with certainty, but I cannot speak of what is to come unequivocally. Time and I are one, but we must both run our course before reaching reality. Сюда. Не, что это пригодится, свитка, ее возьми. I have seen the void and it haunts me. Follows my vision like confused spots after staring in the sun. We are haunted by the same vision, my friend. The end of all visions. But only in the dark can light ну, be. Пригодится. Let us cling to that and hope. Так я, оказывается, каким-то важным хуем был в прошлом. А теперь дайте мне, суки, абразивный камень.
Или чё, блять, он на хардкоре не придут смотрит. А, во, нашел. Так. Кстати. Какое, ёп, это все хлам. Так. Это ж Чурка должен делать. Так, ща ему все скинем. Все оружие. Лук на нем заточить нельзя, ясно. Да, блядь. Тридцать пятьдесят. Тридцать пять пятьдесят девять. Эх, ебать. О, и три зуба сдавай. Ебать. Я в ахуе, клянусь, ребят, я в ахуе, я ща кончу, ебать, от радости. Надевай свой ебейший трезубец. А ты свои новые ебейшие шпаги. Они еще и с ядом у меня, и с воздухом. Их, блять, как зачарованы. Так, ладно. Все, хорош хуйней заниматься. А у хилок нету, кстати. Вот у этого два. Но... одна ему лишняя. Поэтому у Байра тир нету хилок. Поэтому дадим ей одну. У Джана чё там? Ну это себя похилит, может. Но ему тоже хилка нужна. Да, с хилками беда.
Вавик есть. Ладно. А теперь показываю. Так, а чё? Так, теперь показываю, как, собственно, работает пирамида, чтоб нам не ебашить через все пространство и время. А, хотя я тут какой-то зал открыл огненный. Я с паузы снял стрим, да, все снял, отлично. Зал пламени. Боги, ну и жара. Такое ощущение, что мы угодили. Хранители не должны его слушать. В каждом его слове яд, которому позавидует любая змея. Их пламя светит очень ярко, ваша светлость. Ему не под силу его потушить. Ох, но он же на стороне безымянного, я точно знаю. Воплощение предательства. Один раз он уже их обманул, попытается и второй. Боюсь, их воля слаба, слишком слаба. Даримас. Ты, как же ярко пылает твоя душа. Ее пламя способно обжечь даже таких, как я. А это немало. Да, впечатляет, воистину впечатляет. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Я воин огня. Разве этот пейзаж не подходит мне? Я живу здесь много тысячелетий, еще со времен первого великого перемирия, когда наш мир впервые был спасен. Нас призвал сюда великий правитель. Да, наверное, да, правитель. Уверен в этом. А подробности, когда я попытался ухватить их, они рассыпались пеплом. Но я никогда не забуду тех сияющих времен. Победа. Ослепительная победа огненным венцом осияла наше чело. Такая горячая душа, как ты, может представить себе, как это было. Что ты знаешь о магии огня? Что я знаю о ней? Ха, я это огонь, а огонь это я. Лучше скажи, что ты хочешь о ней узнать. Это что тут? Какие скиллы? Ой. Военное дело у меня насколько прокачано? Какого хуя оно прокачано на 2?
Так, это адепт. Это адепт. You. What radiance burns from your being? Enough to scorch even the likes of me, I find. And that is no small feat. Most impressive, yes, most impressive indeed. Купим. Заодно броню продадим. Ну-ка, блять, а как... Ну как броню улучшать, это я потом посмотрю. Сейчас. Древний дневник. Друг мой генерал, я понимаю твое разочарование, хотя меня гложет ныне по своей природе чувства. Столько внимания, будь оно проклято, все чего-то ждут от нас. Пошли они к дьяволу, быть правителем все равно, что быть королем Улья. Знать пос... Знать послы, горожане, священники, все толпами носятся вокруг меня. Шумят, просят, умоляют, цепляются к каждому слову, бездумные создания. Я провожу жизнь в залах и чертогах, почти забыв про солнечный свет. Мне не нужны холмы, поля, тишина и уединение диких краев. Почему мне не дали просто уйти, оставить все позади? А чё, больше мне ничего в принципе не... А, скилл-то качать. Ну пусть будет. Пусть будет. Так, а теперь покажу, как действует пирамида. Где... В смысле? Я понял. А если всасил?
Ничего не может из локации в локацию тпшить, что ли? Понятно. Блять, а какого хуя вторая пирамида у этого дегенерата, блять? Я ж ее там оставлял, мне что, теперь пешком опять до туда пиздовать? Но... Так, что тут, алтарь странствий, лес Лукойла, белая ведьма. Так, родные, давайте вот сюда. Помнится, одну пирамиду я здесь оставлял. Ну а пока они бегут по делам, я отлучусь по делам. Минут на 7, дорогие друзья. Стрим на паузе.
Итак, продолжаем, дорогие друзья. Я нашел, как прочность лад повысить. Так. Засейвимся. Так, снимаем. Ай, секунду прям. Так, у нее кожаные доспехи. Блин. А для кожаных мне нужны... У Джана может есть... Что-нибудь. Блять, нету. Можно в гвозди вбить ботинки, чтобы не скользили. Ладно, ей я сейчас никак не улучшу, но могу улучшить себе. Someone leave an oven door open. Так, сколько? 52. Как-то невозможное сочетание. Кожаные же доспехи. А, это просто костер, а нужна полевая кухня. Во, полевая кухня. I'm warm as fresh apple pie. I'm warm as fresh apple pie. Так, было 50... Ну, хоть как-то. Так, а чё у меня у Роуза? Остальную продадим. Я надеюсь, сейчас фишка с пирамидой сработает. Так. Одна тут, вторая это точно у меня. И двигаем. Сейчас мы начнем проходить, друзья. Просто надо все сделать четко. Out there, Wanderer. Their blood is impure.
hold it in. Где у этого хуя, кстати, абразивный круг? Я так и не нашел. Ну, в чертогах точить буду, если чё. Написано, что у него должен быть абразивный круг где-то за печью, но я тут ни хера не вижу. So good of you to drop by, my liege. As always, be welcome. Так, брат, мне бы гвозди. Так, ладно, а сейчас мы пока сделаем вот так. We'll have none of that, you hear? Почему? Блять, я думал, я могу пользоваться его узней. You hard now, dearest. You've been hammering away for hours. Mara, my sweet, I do wish you'd stop interrupting me. Блять, я сегодня ничего не проходил, даже ни хера. Так, передать Жану. Remember to take a break now and again, Bjorn. You know what the doctor said. Mara, my sweet, I do wish you'd stop interrupting me. You there! Cut it out! Ничего, сработало. Блять, да он долбоёб, что ли, блять. Где еще эти сраные наковальни найти можно, блять? Почему я не могу пользоваться, блять, его наковальней? Сука. Так, лети-ка ты, брат, в развалины виллы. Сейчас будем доспехи просто улучшаю, как бы. Куда ж без этого? Да, пирамиды опять оказались тут, а опять придется ебошить пешком.
Блять, да почему они-то побежали, а не он? Это уже заебало, нахуй. Блюдок, блять, давай быстрее беги сюда, нахуй. Тварь, сука, черная жопа, блять. Careful, I've spotted a trap. О, плюс 0.1 перемещение, а так было минус 0.5, блядь. Вот и все, блядь. А у меня вечно просто из-за этой брони ебаные проблемы с перемещением. Было перемещение минус 0.5, бля. И теперь 2.84, а было минус 0.5, сука. Было... Ай, как же... Ай, как же красиво. Так, теперь сапоги все Джану. Типу. Во. Не поскользнусь зато теперь. Теперь вот этим. Блять, топ чьи были чьи? Это просто, это было байродир. Это этого, наверное. Это, блядь, были... Евина сапоги. Были сапоги Роуз. Ну что у Евы, я помню. Да. Надевая свои сапоги. Все, теперь я хуй поскользнусь на льду.
Эх, блять, и броня-то пиздатая. Да, вот так можно их наковать. Теперь двигаем. К хижине белой ведьмы. Ебать, оно не только штраф к перемещению сняло. Причем там было минус 0,5 штраф к перемещению. А я сделал как надо. И все стало заебись. Так, 2 часа я занимаюсь крафтом, блять, и еще какой-то хуеволой. А эти-то чё встали, ёб твою мать? Так, а можно, допустим, вот так? Джан. Блин, я вошел во вкус, особенно с крафтом. Сфера земли сначала, мало ли. Потом сферу огня можно ко всему сделать. Сопротивление огню, земле. Эх, ебать, можно на все, что ли, сделать? Да вы гоните. Ебаться в телевизор. Да мои враги будут, блять. Не знаю, пиздаем, короче, будет. Огонь 40, нахуй. 40, вы только вдумайтесь. Вот от яда бы еще бы заебись было. А, это не у меня. Так, у меня огонь 0. Но с латами будет 14. Эх, блядь. Вот это я латы себе заебошил. Бля, надо шарить в крафте в натуре. Так, сохранение.
Someone seems to be enjoying the afternoon sun. Похоже, кто-то нас... Ручаюсь, если он вернется, мы сможем проскользнуть незамеченными. Лучше один раз избежать боя, чем драться со всеми гоблинами всех клубников. Почему обокрасть ты меня? Надо их убивать вообще-то. Так, новые скиллы. Вот это в самом начале надо применять. Ну, объебем молнии. Еще чем можем. Так, это почем? 3. Так, у меня новый скилл, но он пока оглушен. Это должен быть самый мощный челик. Въеби костыли, сейчас за ваншотит. А, нет, гляди-ка. Блять. Вот, помидорка это тема. Ну-ка, помидорки все. Все помидорки надо Роузу. Блять, стрелы надо опять в селектор добавить. Дымовая и парализующая. Сапоги забыл надеть. Портал есть тут. А че это хуйня-то дает? Сопротивление к огню. Крафтить сейчас зелье мне лень.
Так, алтарь тут открыли, все, за яйца. Чем? К чему спринчим вообще? Броня-то, блять, мощная. Броню пробьем. А, баф наложим еще на все. Чили, пацаны. Так, баф на всех. Ебать, тут талисман удачи, шанс крит урона плюс 5. Ща крит прокнет сто пудов хоть раз. Не, глядит, не прокнул. Блин, я не то хотел сделать. Ну-ка, ёбни ему с посохов, какие тут стоят. Нахуй. Какие есть. Пока рано к столице накидывай. Почему только 20? А, стоп, это плюс огнем. Да, Рога-то, блядь, может, особенно в конце. Да, блядь, посохом ебём. Чё тут ещё? Всё, он, блядь, дома, нахуй. Лучков нет никаких.
Так. Ну и где же они? Бля, я туда непременно схожу. Сука. Ну хуй с вами. Да, надо идти как минимум. Блять, у них лучников-то нет, что ли? Какого 12-го? Ну, блять. Ну подойди вот сюда, что ли, куда-нибудь. Бывает. Печально. Хотел так, блядь, по фанычу. Получил пиздец. Блять, случайно скипнул. Ну и вот этого чела заморозим. А дальше у меня есть гениальный план. Блять, у кого флакон с водой?
Ладно, на следующий ход. Блять, у них еще и скиллы какие-то есть. Chaos grips my hands today. Иди же сюда куда-нибудь, подойди. Молодец, умница. Жан, тебе похилиться. Так, есть вода. Почему он меня-то, блять, оглушил, идиот? Кровь. Чё на мне висит-то, яд, что ли, блять? На этом дауне, блять, оглушение. Заморозки, блядь, вообще. Так. И не тот скилл. Это что, тоже оглушил? Вся хрень, я так понимаю, без воды, чисто на крови. Так, ну
и вызовем бомжа тогда, ладно. Чёрт. Почему там показано было же два хода, блядь? Это кто? А это бомж. Священная граната есть, нету. Сюда куда я? Так, какие у меня эффекты на ком? Да, ебать. Ну, бум, сейчас его да. Блять! Очки действия проебывают. Этого теперь хуя. Ебать, все на бомжа агрятся. А, ну почти все. Немного ударов. Ебать. Всю пизда мне. Так, товарищ, срочно нужно, что у тебя тут? Чё посильнее там? Тыква, на. Этому въеби костыли его отхиль.
Ну а чё лучше у этого? И опять на троечку. Блять, не прокнуло. Чего, блять? Заморозки. Это хорошо. Это так и надо. Как лето впел. Ну а теперь стой, чиль, просто отдыхай. Жанну бы похилить. Сяд и отхилил. Тут у меня, блядь, увечья с ним... А. Только надо было наоборот это сделать. Опять стрела заморозки. Все, Байрадир, отдыхай. Ну а ты наебни ему, что ли, блядь. Как надо. Ну ладно, я опять заморозил. Костылями нам. Ну, есть какие-нибудь... Нет, ничего нету такого.
Да как? Есть что-нибудь дешевое, блядь, да. Нахуй 7 применить. Как я его похилил-то, блядь? Ладно, чтоб точно отъехал. Блядь, это фуловый уже, наверное. А еще нет. Крит 400 на. А, ну и больше ни на чем нет. Да как он заебал, а? Костыли ему ебать. Да ладно. А ты сначала такую хуйню промышляй. А потом... Что у меня за... Бля, чё эту долбоёбу больше всего дамажит? Урон огнём. Куда ты, сука? Ну ты отдохни. Ты за спину, конечно. Так, слава богу. Thank you.
Так, ну на этом моменте засеемся, дорогие друзья. И утренний, дневной, то есть стрим, будет закончен. А, сколько стрим-то у нас вышло? 2,5 часа, грубо говоря. Ну, нормально. Всем спасибо, кто это смотрел. С вами был Роуз. Вы были на канале Варихард Гейм Мод. Только Роуз. Только хардкор.